Друзья, привет! Светофор, Заневский пост 2, Санкт-Петербург. Покажу вам новые товары и еще сладости и продукты. Приятно просмотра. Обнаружила, там миска такая. И дуршлаг. Все скреплено. Вот так. Снимается. Дуршлаг 31 сантиметр с миской на 4,7 литра пластик. Сделано в России. Цены поищу, пока не нашла я. Ценник. Миска дуршлаг на 4,7 литра 163 рубля. Нормально. Тут тоже есть мисочки. Вот такого объема, все разные. Крышка только сверху идет. Цену я в том видео говорила. Так что, кому интересно, найдите, пожалуйста. Так, на литр 200, на 2 стоит, на 3 200 с крышкой с одной. Ящик с крышкой на 18 литров, 155 рублей. Вот такой синий ящик. И крышка. 155. Вот они, которые мне очень понравились. Так, набор корзин с крышками. Ромбики. 3 штуки, 3, 2 литра, 5, 1 и 8, 2 литра. 332 рубля. Здесь вот такого цвета. Такие даже не бежевые, а с желтоватым оттеночком. Все скреплено. Видите, не показать. Ну, красивые корзинки, правда, согласитесь. 332 рубля, 3 штуки. Сами боксы. Крышка на клипсах, ручка. Вот, написано аптечка, а на некоторых ничего не написано. Как видите, 140 рублей на 10 литров. Мультибокс на 12 литров, пластик, 142 рубля. Вот такой вот на клипсиках. Ручка. Сделано в России. Это пластик. Так, набор для кухни 4 предмета. Миска 4,5 литра. Дуршлаг 22 сантиметра. Миска мерная. Литр 200. И миска с носиком мерная. 800 миллилитров. 156 рублей. Ну, такая штука всегда на кухне пригодится. Вот такой пластик толстенький. 5 секций с роликовыми направляющими пластик. 1679. Вот так вот выглядит. У нас до сих пор его не собрали, не поставили. Но вот так он выглядит. В обзорах я видела, что люди очень интересуются и берут. Вот, смотрите. Ящики 5 штук, крышка 5 штук, опора и так далее. И пароварки тоже есть в продаже здесь. Высококачественная нержавеющая сталь. Можно на газовой плите, электрической, керамической, галогеновой, индукционной. Подходит для всех видов плит. Так. 1065 рублей стоит. Ножей 3 штуки, 141 рубль. Синие. Вот такие вот цвет малины, я не знаю. Так, 3 штуки, 15, 12, 8 сантиметров. Состав: нержавеющая сталь, полипропилен, антиналипающее покрытие. Понятно. Ковш с крышкой нержавеющая сталь, литр 900, 385 рублей. Почитайте, пожалуйста. Очень легкие. Ну и тарелочки есть, люминарк. Пожалуйста, цен нет. Тут такое блюдо есть, селедочница. Люминарк графит. Шестигранка. Нержавеющая сталь с ручкой, 120 рублей. Каждая грань с разными зубчиками.
Очень легкая. Тут какая красота здесь осталась еще. Салатники. Так, маленькие есть. А, они все одинаковые. А вот один большой остался. Нет, не один. Нет, он такой же. И вот такого цвета. 57 рублей. Нормальный, красивенько. Многофункциональный хозяйственный коврик. 30 на 150 сантиметров. 140 рублей. Так. Так. 100% ПВХ. Антискользящий. 30 на 150. Вот. Расцветки вот такие, смотрите. Только привезли. Еще не успели раскидать даже. Так, чайный сервиз. 200 кружечки по 220 мл. Половое стекло 578. 6 блюдечков и 6 кружек. Так, вот такое вот блюдо стеклянное. От Паша Бахче. Стекло. Слушайте, вообще цен нет. Сейчас посмотрим. Ничего не написано. Стаканчики из цветного стекла. Обычные стаканы. Так, синие. Ой, какие пыльные. Откуда они выкопали? Зеленые. 355 миллилитров, 49,88. Есть вот такие стеклянные формы. Сделаны во Франции. Так, почитайте, пожалуйста. Цену не нашла, но в предыдущем обзоре по светофору все показано. Кому интересно, посмотрите обзор. Хорошие, качественные. Уровень с антипригарным покрытием. 161. Очень легкая. Цветов осень называют. 40 рублей 25 копеек. Вот, смотрите. Буковки вроде свежие. Смотрите, появилась перекись водорода. 3%. Но цены нет, извините. Так, ведро пищевое с крышкой, 13 литров пластик, 131,20. В этом магазине вот сиреневые, красивые. Вот такие глубокие, крепкий пластик. И синие. 130. Масло. Моторное масло полусинтетическое. Очень хорошие отзывы по этому маслу. Люди приходят и покупают второй раз. Второй, третий. Вот читайте характеристики. Вот такая большая бутылка. 4 литра, 727 рублей. Автошампунь для бесконтактной мойки. 4,9 килограмма. 235 рублей. Антифриз красный до минус 40. Выдерживает. Читайте, охлаждающая жидкость. Кашпо с поддоном. Коричневый и белый. 115. 12 литров. Система кашпо. 60 сантиметров. 3 кашпо. На 1,6 литра пластик. 214 рублей. Вот они вынимаются. Вот так выглядит. 216. Водная подсветка.
333 рубля. Вот смотрите, а их почти разобрали. Вот характеристики, читайте технически. Так, 133. Ковры называются «Галактика». Метр на полтора метра. Маленький ворс. Ну, такие легкие ковры. А здесь похоже на войлок. Так, синие остались. А вот как раз синяя галактика. С космосом связано что-то. И один вот такими розочками. А, и фламинго здесь есть. 524. Еще есть продажа комплекта автомобильных ковриков. 4 штуки. Это размеры 64 на 43. 2 штуки и 32 на 43. 2 штуки. Легко чистится, защищает от воды, жидкой грязи, масел, нефтепродуктов. Морозостойкость до минус 40. Вот 2 больших и 2 маленьких. 568 рублей. Крат ромбический на 1,5 тонны, 619 рублей. А, читайте. Грузоподъемность. Так, металл минимальная, высота 90 миллилитров, миллиметров, максимальная высота 340 миллиметров. Такой тяжелый. Здесь на донышке осталось 70% шерсти. 159, 200 граммов. Для стирки 2,7 литра. Универсальный. Вот такая большая бутылка. Стоит 71 рубль. Для мытья окон. 1 литр с распылителем. 42,92. Актив. Зубная паста Colgate, крепкие зубы, свежее дыхание, 125 миллилитров, 53,74. Хорошо берут. Губка для гладкой кожи, 27 рублей, черная, черный цвет. Стоит для мытья посуды «Радуга», 1 литр. 29,40. Это тоже здесь есть универсальное чистящее средство. 750 миллилитров. 87 рублей. Так, набор вешалок. Металлический с ПВХ покрытием. 7 штук. 76 рублей. Я нашла фитбол детский для занятий спортом, диаметр 55 сантиметров, насос в комплекте. Максимальная нагрузка 75 килограммов. Господи, как орет у них радио. Извините, цены пока не нашли. Они с такими с котятками. Плотные. О, все такие пока вижу. Так. Книги. Моя первая энциклопедия. 120 рублей. Домашние животные. Посмотрим картинки. Такие красочные картинки с плотными страничками. Так, посмотрим еще какие есть. Так, загадочный космос. Такая обложка крепкая, хорошая.
Посмотрим еще. Так, удивительный транспорт. Дополненная реальность, охота на вирусы. Да, актуальные книженцы. Интересно. В общем, их вот такой вот выбор. 120 нашла энциклопедия. Мое тело. Посмотрим сейчас. Вообще познавательно и очень интересно. 120 рублей. Это очень набор для ванной комнаты, коврик и штора. 729 рублей. Здесь вот есть вот такой расцветки. Так, противоскользящий низ и морская тема. Крывало двухстороннее, стеганое, 2 метра на 220, 474 в коробках. Вот расцветки такие вот, все яркие. Вот такой выбор огромный. Постельного белья 100% хлопка. Ужас, как орёт. Простыня и две наволочки, и пододеяльник. Так, 1380. Пока только такое нашла. Но если порыться, нет, на резинке 2 метра на 1,60 метр, 388. Вот эти хорошие, пользуюсь уже не первый год. Какие остались? Подушка декоративная, сидушка 40 на 35, 158. Здесь выбор побольше. Толстенький. Женский султанка 300 рублей. Так, внизу на манжетике. Большие размеры до 56. Вот расцветки. Так, это уже другое. Так, тут расцветки поярче в этом магазине. Ну, какой бардак, а? Короче, брюки есть. 300 рублей. Смотрите, столик придиванный. Называется комфорт. 45 на 52 на 63 сантиметра. Вот, пока в упаковке. Так вот будет выглядеть. Так, темно-коричневого цвета. Так, стоит 990 рублей. Так, ножки из металла, чувствую. Стол обеденный. 1378, все упаковано. Такая столешница. Немножко металлические, такие изогнутые. Вот смотрите. А это что входит в эту серию? Вот стул обеденный. Ничего не видно. О, нет. Извините, мне даже не поднять. Яйцо-сюрприз. Крутой вираж. Изделие кондитерское фигурное с игрушкой внутри. 57. Видимо, машинки внутри. Батончики «Двойная радость» с карамелью. 8 штук. 98 рублей. Две палочки печенье с карамелью. Шоколадной глазурью. Вот эта упаковка. 98. Эфир жевательный. 138 рублей, 600 граммов. Вот, целая кучка. Вот это дольки, полкило ассорти. Мармелад.
Но цены, извините, я не нашла. Злаковые конфеты полкило с белой глазурью. 124,86. Такие видео. В фикс-прайсе. Да, и ела даже. Они бывают еще в темной глазури. Очень вкусные, кстати. Состав, кому интересно. Крупа овсяная, пшеничная, кукурузная, глазурь кондитерская. 124. Так, конфеты вафельные со вкусом топленого молока в молочном шоколаде, полкило, 116,67. Победа, производитель. Вот кому интересно состав. $116. Такая упаковища. Это со сливочной ромовой начинкой в вафельном корпусе с глазурью. Полкило 141 рубль. Это глазированный комбинированный итальянский десерт со вкусом тоффи. Полкило. 87 рублей. А, вот такие вот. Надо попробовать. Выглядит аппетитно. Восточные сладости мучные. Земелах. 1 килограмм. 162 рубля. Костенок. Ну, так выглядит аппетитно. Суфлейная птичья сказка. Полкило 67 рублей. Что-то больно подозрительно. Вот он. Что это за состав? В глазури кокосовые. 1 килограмм 214 рублей. Вот такая большая упаковка. Удобная полоска с творожной начинкой, 1 килограмм, 186,99. Так, выглядит приятно. Так, что там за состав? Читайте, останавливайте камеру, видео и читайте. Вот такая коровище стоит. 186 рублей. Это глазированные комбинированные с корпусами из мягкой карамели. Начинка типа пралине. Жена самурая называется. 1 килограмм 196 рублей. Кто пробовал, отпишитесь, пожалуйста, вкусно или нет. Смотрите, что это. Это крендель с солью. 1 килограмм 76 рублей. Ох, какая большая упаковка. Читайте состав. Бисквит кокосовый полкило 51,87. Упакован так красиво. Он так приятно выглядит. Написано в ассортименте. Кокосовый. И все кокосовое. С абрикосовым джемом. 1 килограмм 205 рублей. Вот они, две упаковочки вместе. Вот состав читайте. Ну, джем видно. Какие на вкус, не знаю. Наверное, возьму попробовать. Сладкие палочки в сахарной пудре. Город Псков, производитель. 44 рубля. Вот такие огромные мешки. Хорошо берут. 44 рубля. И продается свекла очищенная, вареная. Полкило 51 рубль. Такая
берут потихонечку. Вот Хайнц томатный. 450 граммов. 45 рублей. Яблочный коктейль. Добрый мисс Буренка. 55-68. Киевские. Не знаю, не пробовала. Пока не рискну. Друзья, спасибо за внимание. На этом пока все. До скорой встречи и пока.